Начну с того, что организаторы конгресса попросили меня выступить с данной темой, да, повышать ли лучевая терапия шансы на сохранение симптома аппарата. Я не лучевой терапевт, не хирург, и ответить однозначно на данный вопрос я не смогу. Но что я смогу предоставить в сегодняшней лекции? Обсудить вопросы и те кейсы, в которых мы вообще показания к назначению на диванках и лучевой терапии, как мы оценим эффективность лечения и также проводим, планируем, да, как, в каком объеме будет проводиться хирургическое вмешательство. Если мы посмотрим, ну, на самом деле на International Register транснациональных ТМИ, который был опубликован в 2016 году, вот я хочу обратить ваше внимание, одно из самых основных прогностических факторов, при котором был высокий риск наличия R1 резекции по данной патоморфологии, это положительная циркулярная кра-резекция по данному МРТ у этих пациентов. Если мы посмотрим на исследование, результаты исследования Mercury Study, особенно пятилетней выживаемости пациентов, МРТ, прогнозируемый фактор циркулярной кра-резекции, один из основных факторов прогноза общей и безрецидивной выживаемости пациентов с раком прямой кишки. Что это значит? Это значит, что на дооперационном этапе мы можем определить и спрогнозировать неким образом риски из наличия, да, циркулярного кра-резекции, который мы можем не получить, это же самое, это не стопроцентная как бы верификация находок патоморфологических, но мы можем предположить отдаленный результат у данного пациента и, соответственно, с этим спланировать хирургическое вмешательство или предложить неоадъювантную химиолучевую терапию как первый этап лечения. Итак, на мой взгляд, основная проблема нижнеапулярных раков, несмотря на то, что Кирилл Петров сказал, что достаточно может быть легкая зона, но она, наверное, будет легкой в том случае для рентгенологов, если у рентгенологов есть уже опыт работы с и стадирования рака прямой кишки, потому что анатомически там много структур и малая толщина мезоректальной клетчатки, очень узкое пространство межсфинктерное, и здесь у часто рентгенологов возникает проблема. В какой границе опухоль находится, да, чтобы можно было сориентировать хирургов, в какой границе делать самую резекцию. И, конечно, мы знаем, что часто пациенты обращаются уже с запущенными стадиями, им в основном предлагается брюшно-промежностная экстирпация, если есть вовлечение леваторов или распространение межсфинктерное пространство. И предлагается постоянная стома. В компетентных центрах, таких как РОНС и еще несколько федеральных центров России, я думаю, уровень позволяет выполнять такие, скажем, ну, селективные виды лечения, как интерсфинктерная резекция, низкопрение резекция у пациентов после проведения химолучевой терапии. Но не стоит забывать, что мы всегда должны сопоставлять не только онкологические как бы outcomes, да, но и при этом качество жизни пациента, каким оно будет. И, естественно, обсуждать это все с пациентом. Итак, если мы говорим о нижнеампулярных раках, мы знаем, что здесь основная проблема – это так называемый вот этот треугольник опасности, triangle of danger. То есть это примерно 1-1,5 сантиметра от поборектальной мышцы, где очень малый объем мезоректальной клетчатки и само межсфинктерное пространство. То есть здесь даже самые, так сказать, малоинвазивные раки, но если мы не говорим о Т1 раках, то, скажем, Т2, Т3А, не место распространенные, они уже будут вовлекать мезоректальную фасцию. Даже не то, что вовлекать, а высокий риск будет вовлечения мезоректальной фасции при хирургическом вмешательстве, потому что очень узкое пространство. Как показал Кирилл Петров, это прекрасно можно визуализировать все эти анатомические структуры на МРТ высокого разрешения. Можно всегда найти леваторы, поборектальную мышцу, внутренний и наружный сфинктер. И пространство, вот так называемый треугольник опасности, вот отмечено на диаграмме желтыми линиями, если опухоль уже граничит или выходит в это пространство, то мы говорим, что потенциально циркулярная кра-резекция по данной магнитно-резонансной томографии вовлечена в этого пациента. Естественно, таким пациентам требуется неоадъювантная химолучевая терапия, если это возможно в соответствии с другими, ну, коморбидностями пациента и его общим статусом. Вот я отметила также у другого пациента, что вот примерно от 1 сантиметр, 1,5 сантиметра поборектальной мышцы, это вот и называется треугольник, такой опасный треугольник, в котором опухоли даже Т2, Т3А уже чаще всего будут стадироваться как вовлеченные циркулярные кра-резекции по данному МРТ.
И для этих нижнеопулярных раков мы используем дополнение всегда к своему протоколу в том случае, если опухоль ограничена под слизистым слоем или вовлекает частично внутренний только слой, циркулярный слой мышечных волокон. Мы говорим, что опухоль не выходит в межсфинктерное пространство, соответственно, циркулярный край резекции по данным МРТ будет отрицательным. И наоборот, если опухоль выходит за всю толщу мышечной стенки, инфильтрирует уже наружные пучки, вовлекает сфинктер или рядом расположенные структуры, это всегда будет положительный циркулярный край резекции по данным магнитно-резонансной томографии. Мы можем, как сказал опять же предыдущий спикер, визуализировать рядом расположенные структуры, то есть ректосакральную связку, леваторы, копчик, и всегда планировать хирургическое вмешательство в том объеме, в котором необходимо, исходя из соотношения опухоли и этих рядом расположенных структур. Мы можем померить за длину анального канала. Тут уже стоит оговаривать с вашими хирургами, хирургический это анальный канал, который вы измеряете, или анатомический анальный канал, но все это вариабельно в зависимости от вашего учреждения, какой терминологии вы пользуетесь. Мы можем померить толщину поборектальной мышцы и толщину самого сфинктера. Я знаю, что есть исследования, опубликованные, сделанные в европейских, из европейских институтов, вышедшие, они доказывали, что толщина самого внутреннего сфинктера и поборектальной мышцы может влиять на как бы, outcomes of intersphincter resections. То есть тут, опять же, все зависит от особенностей работы в вашем институте. Если мы говорим и стадируем пациентов на этапе первичном, да, ему не проводилась никакая предоперационная химолучевая терапия. Итак, если опухоль вовлекает внутренний подслизистый слой или внутренние пучки мышечного слоя, то потенциально данному пациенту может быть проведена низкая передняя резекция. Вот я здесь на картинке изображаю объем этой низкой передней резекции. То есть по данному МРТ мы можем неким образом спрогнозировать, какой объем операции может быть выполнен пациенту на этапе предоперационной химиолучевой, на допредоперационной химиолучевой терапии. Если имеется распространение межсфинктерное пространство, опухоль близко прилежит к леваторам, конечно, чтобы получить R0 резекцию, необходимо выполнять брюшно-промежностную экстирпацию, удаляются сфинктеры. И в том случае, если есть уже вовлечение леваторов, как здесь муцинозная опухоль, лежит на леваторах, границ и вовлекаются внутренние пучки, мы будем говорить о экстралеваторной брюшно-промежностной экстирпации. В большинстве учреждений таким пациентам будет желательно, да, и будет предполагаться назначение адъювантной химиолучевой терапии. И опять же, по результатам Mercury 2 study, где мы исследовали только нижнеампулярные раки, есть некие критерии, которые направляют нас в сторону назначения адъювантной химиолучевой терапии. Это такие риски, которые чаще всего приводят к положительному циркулярному краю по данным патоморфологии. Это передний квадрант вовлечения опухолей. Это высота опухоли от анального края на уровне 4 см и ниже, наличие венозных депозитов и вовлеченный циркулярный край резекции по данным магнитно-резонансной томографии. Вот один из клинических ординаторов Pelican Cancer Foundation, Ник Баттерсби, я не знаю, знакомый с ним лично или нет, он разработал такую диаграмму, на мой взгляд, очень удачную, потому что она показывает относительные риски наличия патоморфологического циркулярного края резекции при наличии тех или иных факторов у одного и того же пациента. То есть если есть комбинация факторов, как увеличение переднего квадранта, наличие венозной инвазии, предполагаемый циркулярный край резекции по данным МРТ вовлечен, и опухоль располагается ниже, чем на 4 см, вероятность вовлечения циркулярного края резекции по данным патоморфологии больше 50%. Я знаю, что сейчас большой тренд говорить о венозной инвазии, но это не только наша группа исследований, да, не только Ройл Мазден, который говорит о том, что это действительно прогностически значимый фактор. Но и вот французское исследование Prodigy, результаты которого показали, что если у пациента есть венозная инвазия, то риск увеличения циркулярного края по данным патоморфологии в 3 раза выше у тех пациентов, у которых данный признак не отмечается.
Почему этим пациентам рекомендована значительная диванно-хинолечевая терапия? Потому что мы знаем, что треть пациентов с венозной инвазией, у них произойдет элиминация данного признака, то есть они конвертируются с МРТ-положительной венозной инвазии в МРТ-отрицательную, и эти пациенты, у них прогнозы выживаемости такие же, как у тех пациентов, у которых изначально не отмечалась венозная инвазия вообще. На что же мы смотрим после проведения химиолучевой терапии? После проведения химиолучевой терапии основные критерии, на которые мы смотрим, это, опять же, произошел downstaging опухоли, какая стадия, если у пациента стадия Т1 или Т2, это уже хороший прогноз, и какой грейд регрессии мы отмечаем. Если это TRG1 или 2, это, опять же, очень хороший прогноз, и, в принципе, этих пациентов, поскольку мы предполагаем, что там только остаточная фиброзная ткань без резидуальной опухоли, мы можем назначать им сфинктеросохраняющую операцию. Мы ни в коем случае не говорим, что МРТ, TRG grading — это одно и то же, что и патоморфологическая классификация. Но с точки зрения прогноза, те пациенты, у которых отмечается MRTIG1 или 2, имеют тот же самый прогноз, у которых патоморфологически мы отмечаем хороший ответ по проведенной химиотерапии. Поэтому мы сравниваем эти признаки и говорим, что на операционном этапе мы можем выбрать тех пациентов, у которых будет хороший прогноз, и потенциально можем им предложить более щадящие методы лечения. Не стоит забывать, опять же, о том, что всегда следует обсуждать с пациентом не только онкологические результаты, да, онкологическую обоснованность проведения операции, но и качество жизни. Это публикация 2007 года. Я думаю, что сейчас уже есть более новые публикации, где исследовались качество quality of life пациентов. И я просто не смогла найти по поводу эндосфинктерных резекций, но, возможно, там Мазурович вам расскажет более подробно, если будет интересно. И просто несколько примеров о том, как мы это делаем. Вот мы видим, что первичная МРТ, опухоль находится на 5 сантиметрах примерно от межсфинктерной борозды. Вот я обвожу сам опухоль желтым контуром. На аксиальных срезах видно, что опухоль инфильтрирует подслизистый слой, но мышечный слой на самом деле здесь интактный. Это Т1, СМ3. И вот в этом плане не соглашусь с Кириллом. На самом деле, мне кажется, что если, опять же, человек занимается достаточно долго МРТ прямой кишки и с хорошим изображением, в большинстве случаев можно дифференцировать Т1 и Т2 опухоли. Особенно если Т1, СМ1, СМ2, между Т2. Ну, в общем, это другая, на самом деле, история. Не будем углубляться. У данного пациента Т1 СМ3 опухоль стелится по левой стенке. Мы видим, она находится вот здесь на уровне леваторов, инфильтративная площадка. Опять же, я ввожу желтым контуром. Особенность этого пациента, почему назначили диванную химиолучевую терапию, хирурги побоялись делать локальное сечение в этом случае и сказали, что, чтобы снизить риски, давайте сделаем проведенный адъювант и там уже посмотрим, как опухоль среагирует. Пациенты провели полный курс на диванной химиолучевой терапии. Что мы видим на диванной химиолучевой терапии МРТ, повторной МРТ, мы видим часто фиброзов в подслизистом слое, который виден как на аксиальных срезах, так и на коронарных срезах, причем вот это пучки леваторов. Мы видим, что полностью интактный мышечный слой и свободное межсфинктерное пространство вот на этом уровне. Также на коронарах мы видим леваторы, наружный сфинктер, внутренний сфинктер полностью интактный, и мы видим уже мышечный слой, который также остается интактным, и фиброзная полоска в подслизистом слое. Я также проконтурировала данный случай, и в этом конкретном кейсе, если мы не предлагаем пациенту deferral of surgery, мы можем выполнить хирургическое вмешательство в объеме низкоперенней резекции. Сохранный сфинктер, сохранные леваторы, вполне себе оправданный подход. Следующий случай. Пациента мы видим низкий нижний ампулярный рак. Располагается опухоль на уровне пуборектальной мышцы. То есть уже есть риск вовлечения внутреннего сфинктера. На аксиалах мы также видим, что опухоль вовлекает правый квадрант и заднюю стенку. Опухоль выходит за мышечный слой и распространяется в межсфинктерное пространство. Леватор интактный.
На коронарных срезах мы видим, что вот куборектальная мышца, утолщение леваторов, и опухоль находится на леваторах, на уровне леваторов, но не ниже леваторов. После химиолучевой терапии у пациента также отмечаем низкий сигнал на уровне леченной опухоли. Стадируем это как TNG2, то есть мы видим участок плотного фиброза, не видим остаточной резидуальной макроскопического сигнала опухолевой ткани. Видим, что фиброз в пределах мышечного слоя, межсфинктерное пространство интактно, леваторы интактны, и опухоль располагается выше поборектальной мышцы. В этом случае пациенту может быть проведена также сфинктер-сохраняющая резекция. Но для того, чтобы отойти от края дистального края опухоли, необходимо будет частично иссекать сфинктер. Но при этом нижние пучки у нас интактны, поскольку опухоль находится выше поборектальной мышцы после проведения химиолучевой терапии. И последний кейс, где мы также отмечаем нижний ампулярный рак. Опухоль располагается ниже поборектальной мышцы в этом конкретном случае. Вот я ее отконтурировала. На аксиальных срезах мы видим, что здесь даже уже вовлекаются внутренние пучки леваторов. Мы видим на коронарах поборектальную мышцу и опухоль несколько ниже поборектальной мышцы. Проводим химиолучевую терапию и отмечаем опять очень хороший ответ. Видим низкий сигнал без участков МР-сигнала средней интенсивности. Ставим стадию TRG2. И плюс, помимо того, что мы видим участки фиброза, мы видим как бы возвращение нормальной стенки кишки. Это тоже один из признаков хорошего ответа. Мы не видим как бы disruption of layers. И поэтому говорим, что это хороший прогноз, хороший ответ. Опухоль в пределах, опять же, мышечного слоя, фиброз, леваторы интактны, но здесь опухоль, вот поборектальный пучок, поборектальная мышца, опухоль на уровне поборектальной мышцы. Сохранить, наверное, с правой стороны сфинктер будет трудно, чтобы сделать отступ и достичь свободного края дистально. Вероятно, придется всего уже делать более обширное сечение сфинктера с этой стороны, но технически, да, с точки зрения МРТ, это возможно. Я думаю, что эти кейсы, если интересно, сможет прокомментировать Заман Заурыч, потому что технически, конечно, я говорю о том, что это можно сделать, исходя из данных МРТ, но как и технически это сделать, это уже вопросы скорее к хирургу. И в завершении своей лекции хочу сказать, конечно, я не могу комментировать и дать однозначного ответа на вопрос, сохраняет ли неоадъювантная химиолучевая терапия сфинктерный аппарат. Мы знаем, что есть огромное количество исследований, говорящих о том, что у пациентов развивается как бы, качество жизни еще хуже, чем после ЛАР-синдрома нижней передней резекции. То есть пациент должен просто быть полностью информирован о возможностях и исходах операции, качества жизни, и уже решение приниматься вместе с пациентом. Рентгенолог может вам помочь спланировать хирургическое вмешательство, провести оценку эффективности лечения и потом в последующем мониторить пациента, если была выполнена сфинктер-сохраняющая операция. Спасибо за внимание.